Это был первый день рождения, на который не пришел никто из моих друзей. Потому что у меня тут их нет. Лесси, я не буду писать, что ты мой друг. Ладно? Мы только что вернулись из папиной командировки и поселились на даче. Я пошел в новую школу, но там все меня считают странным. И все мои рассказы про жизнь в Америке называют враньем. Я самый одинокий мальчик во Вселенной. Лесси, нам нужно не пропустить комету, подожди. Это мое самое заветное желание – увидеть чудо. Переодевайся, мои руки, садись за стол. Что мы попытались. Самая погода для портвейна. Мы гуляли, из леса вышел человек в крови. И нес на руках мальчика, тоже весь в крови был. Что ж такое говоришь, ты зачем мать пугаешь? Братьев Гримм, что ли, перечитал? Слушай, ну что это за чушь несешь, а? Какие мальчики? Какая кровь? Ты еще в школе это расскажи, чтобы тебя выгнали оттуда. О, спасибо большое. Совсем он что-то со своей кометой. Мальчики кровавые в глазах. Просто надо не обращать внимания, все пройдет. Здравствуйте, это милиция. Извините, что в такой момент убийство Александра Михайловича. Я уверен, что оно еще и не одно. Ребенок, Александр Михайлович. На Рублевке возле дачи ЦК. Чей? И чей. Но горло перерезано, половые органы изуродованы. Страшное дело, в общем. До дачи Громыка меньше километра, а у него внук. Никогда такого не было. В Ростове такая же серия. Может быть, к нам приехал с гастролями. Ростов, моя колыбель. Следаки там хорошие. Кто сейчас там этим делом занимается? Так быстро его сюда, пускай смотрит, разбирается и лично мне обо всем докладывает. Mm-hmm.
ты, конечно, вот самая женщина из всех женщин на свете. Вот просто не делай, что тебе говорят. Сказали же не курить. А есть. Мне больно есть. Это смотря что. Ты попробуй. Давай. Капризничать не будешь? Скоро все пройдет. Мы даже не знаем, что это, как можно знать, что оно пройдет. Мы самое главное знаем, что это не туберкулез. Вот и все. В остальном отгул я взял. Кормлю тебя хорошо, по-моему, не хуже, чем твоя мама. Давай. Давай еще ложечку. Давай, давай, давай. За маму, за папу. Кто это? Кто? Лейтенант Холодов. Здравия желаю. Евгений Фанасьевич, вас в Москву вызывают. А что? Наградить хотят в честь праздника? Так вроде не за что. Самолет через час, я вас в аэропорт отвезу. Не поеду ни в какую Москву. Там ваш серийник объявился. Это точно? Сказали вам решать, точно ли. Завтра лично генпрокурору все доложить. В машине подождите. Манюнь, такое дело. Маську вызываю. Я одним днем постараюсь. Мам, попрошу, чтобы приехала и следила за тобой. Не надо, мам. Старший следователь Наталья Добровольская. Добро пожаловать. Какой же вы следователь? Вы же даже не мужчина. Может, я за руль сяду, а то что-то как-то опасаюсь я за свою жизнь. Спасибо, я справлюсь. Нас в Ростове говорят, за рулем не езда. Это не предложение было, а приказ. А я вашим приказам формально не подчиняюсь. Вы у нас в гостях. Жить будете в доме отдыха, там хорошо, вам понравится, бассейн есть. Послушайте, мне не нужен никакой дом отдыха, ни пансионат, ничего. Мне надо маньяка поймать и в Ростов вернуться поскорее. Отлично, значит, и поедем побыстрее тогда. Больше скорость, меньше ям. Больше косарям. Виктор Хван, оперуполномоченный, знакомьтесь. Он вас проводит, я догоню. Здрасте. Забор покрасьте.
Я сейчас покажу ваше рабочее место, которое вам выделили. Угу. А это отец Панова убитого. По статистике, чаще всего убийцы близкий родственник, поэтому вот, на всякий случай. Где кабинет? Наверху. Что он говорит? Ничего не говорит. Вообще молчит. Разберемся. На, угощайся. Шамайка, ее с пивком хорошо. Донская вещь. Больше бери, больше. Не стесняйся. Спасибо. Ну что, время смерти определили? Нет. А нашли его? Отец вышел на дорогу в 8:30 сегодня. А эксперты что? По месту преступления не вижу ничего. Эксперты пока ничего, место преступления не обнаружено, темно было. И что, он совсем раздетый был? Да. Одежду тоже не нашли пока. Не искали? Решили утра дождаться. Понятно. Родственников, близких, соседей опрашивали? Опрашивают. Какие ваши версии? На мой взгляд, основной подозреваемый – отец Панова. На каком основании? На основании данных статистики. Так где вы этой статистики-то все набрались, а? Вы что, одну книжку, что ли, всем районам прочитали? За мной! Панов, при каких обстоятельствах вы нашли тело сына? На меня посмотри. На меня посмотри. А как вы поняли, где именно его искать? Вот так вот горло тебе перерезали. Крови много? Артерию? А? Много. Ну ты видишь много крови? Так можно сзади подойти, и кровь тогда в другую сторону будет бить. А потом вот так вот тебе вкалывают нож и вырезают все между ног. И артерию-то забедренную тоже задевают. Что кровь делает? Ну? Свищет кровь фонтаном. И со спины так не сделаешь. Соболезную. Какого хера творите, а? Вы, сука, не можете арестовывать первого попавшегося человека, лишь бы подогнать его под статистику. Своей головой надо думать. Факты проверять, отдельные ситуации. Плевать мне, конечно, должно быть на этого Панова. Понятно, что у меня своя задача. Я не могу смотреть, как вы ломаете жизнь какому-то мужику, просто лишь бы подогнать его под статистику. Вы что все, не в себе, что ли, тут? Свидетели есть? Нет. Прошите. Тут пацан звонил какой-то. Говорит, что-то видел. Ну, я думаю, балуется. Далеко это? 10 минут по дороге к вашему дому как раз. Да какой ты свидетель? Это шалости детские. Ты вообще хоть знаешь, что такой хороший свидетель, который пока живой? Вы какого хера вообще ничего не сделали, а? Вообще, сука, ни хера! Поехали, ты за рулем теперь будешь. А ты, Наталья, иди и веди свое расследование. Доказывай там, что это Панов или, может, еще кто-то там. Удиви меня. Сигналь, чтобы вышли. Извините, может, не будем? Разбудим кого важного. Завтра распнут. Следователь по особо важным делам прокуратуры РСФСР БОК. Так,
Здрасте. Здравствуйте. Что случилось? Ничего страшного, просто Игорь испугался. Он увидел вас в окно. В общем, не переживайте. А. Впечатлительный мальчик. Может быть, вы предложить вам что-нибудь? Присядете? Водички, если можно, и пепельницу. Да, сейчас. Игорь Мальцев, ты что испугался-то, а? Что с милицией баловался, тебя ругать будут? Не будут? Давай, рассказывай, что случилось. Вы знаете, у меня муж журналист-международник. Мы только что из Америки приехали, работали. И Игорь весь с него. Он также талантливо сочиняет. Вы не переживайте, мы обязательно проведем беседу. Мы с Лесси гуляли, и она начала гавкать. Да. Лес начал раздвигаться, и оттуда вышел человек. Громадный, высокий. Настоящий великан. Давай, давай, давай больше подробностей, тогда точно поверят. Давай. Он как Гэндальф там, только волосы белые, весь в крови и мальчик на руках. Это во сколько было? Не знаю. Он у вас во сколько гулял? Ну, в начале 9-го дома уже был. Нарисовать сможешь? Ну что, как нарисовать? Да, извините, он просто очень много фильмов смотрит. Как, мама? Тащите лист бумаги и ручку. Сейчас Игорь все нам покажет. Только ты и себя нарисуй его, хорошо? Показывай. Игорь, я сейчас. На Сапанова совсем не похож, да? Ну, по времени отец был. Ты ничего не перепутал? Это огромный человек с длинными волосами, да? Честное слово. Он что-то выдумывает. Слушай, а может, ты что-то еще раз смотрел? А дед во что был человек? Я не помню, но очень сильно испугался. А скажи, а вот на мальчике была какая-то одежда, а то на рисунке он у тебя как будто голый? Нет, вроде. Ну, спасибо, Игорь Мальцев, молодец. Ничего, не бойся, спи спокойно. Ты теперь под нашей надежной защитой. Спасибо. То есть вы до утра вообще не волновались, что ваш сын не пришел? Нет. Он на рыбалку с Петей Александровым собирался. Я вот подумал, что заночевал там, да. А вот телефон. Телефон. Бабушке так и не провели. Он обычно всегда вечером заезжал. Сказать, что у Пети остается здесь на велосипеде недалеко. А вчера дождь такой был. Я подумала, что он в дождь-то поедет. Ну, и не волновалась. Ну, что отец приехал. А утром, когда дождь закончился, он говорит, ну, где столько времени шастать-то можно? Ну, и пошел его искать. Вот что-то такой злой был. Злой. Мы же сюда отдыхать приехали. Он все злился. Что выходной надо куда-то идти. Да. И все говорил. Найду и убью. То есть вы считаете, что ваш муж мог сына убить? Знаете, я хотела сказать, что я вот Андрюшу
перепутала. Я вчера его опознавала. Я ошиблась. Я перепутала. Вы как считаете, ваш зять мог внука убить? Ну, он же у нас афганец. Находит иногда. Ударить-то мог. Побить даже мог. Ну, за дело, чтобы не курил. Но чтобы убить, ну, не знаю. Могу комнату мальчика посмотреть? Ну, так нет у него здесь комнаты-то. Он здесь на диванчике спал. Но вещи у него здесь есть какие-то? Ну, вон, брюки, носки в серванте. Вы же сами посмотрите. Я думаю, врет он все. Да он внизу стоял. А человек на пригорке был. Вот поэтому и перспектива такая. Там уже перестремался он сильно, походу. Видишь, какой он мелкий, как собака эта. А вот с волосами проблема. Нет у вас волосатиков таких вокруг? Ты подумай. Так, навскидку. Вроде нету. Ты ориентировку дашь все равно, мало ли. Хорошо, Евгений Афанасьевич. Сделаем. Мне еще по межгороду позвонить надо быстро. Так из отдела позвоните. Ну да, да. Давай тогда сначала в морг, потом в отдел. Видимо, есть косвенное доказательство, что это Панов. Срочно езжай сейчас в автопарк, поговори с работниками. Он знает, проявлял ли он жестокость. Может, был увеличен, там, не знаю. Главное, не отлучался, что вчера с работы узнай. Так мне товарища Болкова устроить надо. Высади его по дороге в санаторий, не маленький сам доедет. Так, значит, Вить, ты меня в морг вези. Наталья, я вас в морге жду как можно скорее. На. Повезло тебе с начальством, Витя, ничего не скажешь. Изнасилован? Нет, следов изнасилования нет. Приоткройте. Так, края повреждений вялые, ткани в глубине бледные, края ран не зияют, кровоизлияние не отсутствует. Ну и что? Я правильно понимаю, что все это он отрезал уже после смерти? Скорее всего, горло перерезал, пока мальчик был еще жив, слишком много крови, а все остальное, да, так. Угу. Следов спермы совсем нет? Возможно, смыло дождем, не исключая такого варианта. Во рту смотрели? Ну, приятно иметь дело с профессионалом своей области. Чем дошли? Мне завтра в Генке докладывать, а вечером я улетаю. Постарайтесь, пожалуйста, чтобы к утру готово все было, хорошо? Угу. Спасибо. Могу билет вам заказать. Ну, только сначала докажи, что это Панов твой, а не мой ростовский. Ей-богу, прям таких деятелей, как вы, ненавижу. Ну и что, взять горем убитого человека и на тюрьму? Че, глядишь, там удавится и дело можно закрывать, так что ли? Ну, а как их характеризовать можете? Да контуженный он, говорят. Я его, если честно, давно хотел уволить. На парткомом вызывал. А за что? Да он постоянно дрался с пассажирами. Чуть что ему замечание кто-то сделает, он сразу в драку. А вы что скажете? Да нормально он, мужик. Всегда поддержит, поможет. Ну, горячий, да, как чайник. Чуть что засвистел уже. В субботу работал. В субботу? Это я сейчас в журнале посмотрю. Да, дайте его расписание помянуть. Автобус его покажете? Иди, покажи.
озабоченный, что ли? Ну, просто красиво. Почему сразу озабоченный? Привет. Ну, прости, что разбудил. Не разбудил. Запиши мой номер. Сейчас. 630-27-11. Я ночью вернусь, сразу в больницу поедем. Если что, звони, да? Целую тебя, спи. Люблю. Это я не понял. Вот велосипед стоит аккуратно, то есть пацан приехал, да, поставил его у дерева. Но рыба-то и удочки уже дальше разбросаны. Тогда зачем он здесь остановился? Ну, допустим, ехал на велосипеде, удочки у него были привязаны, а потом упали, он наклонился их поднять. А заодно рыбу разбросал, ага. Убийца сзади подошел, сразу стал его душить. У нас, если вы видели, следы на шее характерны сверху вниз. То есть это как бы с большой высоты было. Но убийца не мог такого высокого роста быть. Да, ну вот Игорь Мальцев говорит, что мужчина, который был с мальчиком, был-то как раз-таки очень высокого роста, Наталья. Но вы же не соизволили отчет написать? Тем более это прикрепить. Я как, по-вашему, об этом узнать должна была? Под ногтями у мальчика ни следов крови, ни следов кожи, ни волос. Значит, не сопротивлялся. Потрясающе, Наталья. Это просто госпремия за такие выводы. Значит, пацан ехал на велике. Убийца его остановил. Вошел в контакт, да? Возможно, предложил продать рыбу. Андрей стал эту рыбу показывать. И тот его начал душить. Потом потащил его сюда, раздел, но насиловать не стал и резал ножом тут. А одежду его куда-то собрал и спрятал. Или с собой забрал, как фетиш. Наталь, не было у Панова-то вещей никаких, а? Нет? Может, он их спрятал куда-то? Не рассказывал? Еще дождь этот, все смыло, все. А это что? Так, Гор. Свет от ботинка. Давай. Фиксируем. Длина 28. Ширина 15, глубина 3. А у отца какой размер ноги? Не знаю. Ну и снова браво. Молодец же. Золото, а не следак. Артур! Я. Пускайте собаку по следу. Есть. Пойдем. Нюхай.
Нюхай. Браус. Хоп. Явно следы бензина. Думаю, здесь он облил всю одежду мальчика и сжег. Гош, пинцет. Че там? Обгоревший фрагмент фотографии. Следы уходят в реку, и все. Сворачиваемся. Команда, прием. Уходим. Установили алиби отца Панова. В момент смерти мальчика находился на работе. Угу. Диспетчер проверил в журнале, и четверо свидетелей подтвердили, что никуда не отлучался. Угу. Отпустили уже? Нет, вас ждали. Привезти? Добровольской доложили? Так нет ее еще пока. Очень хорошо. Ты смотри без меня и не докладывай. Очень хочу посмотреть, как она губу закроет, чтобы не заплакать от обиды. Веди его. Да, только наручники снимать не буду, чтобы он ничего не сделал с собой. Я следователь по особо важным делам прокуратуры РСФСР Боков. Приношу вам свои соболезнования. Наручники сними с него. Чем быстрее вы нам поможете, тем быстрее мы найдем преступника. Вы... Во сколько сына в последний раз видели? Давайте по протоколу. Фамилия, имя, отчество, год рождения. Андрей Андреевич, послушайте меня внимательно. За последний год я видел столько убитых детей, сколько никому не пожелаю увидеть за всю жизнь. Но это не просто убийца, он, как бы вам сказать, сам как ребенок, понимаете, он как злой мальчик, который лапки жукам отрывает и смотрит. У меня для вас важные слова есть. Ваш сын не страдал. Он умер быстро, без мучений. Весь ужас, который вы видели, он случился с ним уже после смерти. Слушай, вези его в больницу к психиатру. Прямо до кабинета доведи, без всяких там. Сам пусть дойдет. Понял? Выполняй. Пройдемте. Пойдемте. На войне много людей убило. Один раз убил ребенка, его мать меня прокляла. Это проклятие сейчас забрало у меня сына.
вы никого не найдете. Это все Джин. Джин. Все Джин. Поймите. Готов отчет экспертов и опрос родственников погибшего. Готов доложить? Доложи. Составила план дня Андрея. С утра приехал на дачу к бабушке с мамой из Москвы. В 15 часов пошел на рыбалку. По времени отец может быть причастен. Очень полезная информация. Отца я отпустил, у него алиби. По какому праву? Я следователь по этому делу. Я на вас напишу рапорт. Замечательная идея. И билет мне закажи, и к рапорту приложи. И след от ботинка. Сравнили вы, кстати, с Пановым старшим? Сравнили. Не совпадает. И как же уехать? И вас такую умную на этом деле оставить? Кроме Александрова, с кем еще общался убитый? Чем увлекался? Может, какие-то интересные знакомства были в последнее время? Не было никаких. Ходил в кино, ходил на конезавод кататься на лошадях. Разговаривал с ребятами его возраста. Ходили печь картошку в лесу, видели какого-то человека. Лица не запомнили. Словесный портрет. Высокий, в штормовке с капюшоном, сутулый, темноволосый, курит. Я когда пацана ночью допрашивал, думал, может, еще свидетель есть. Оказывается, я ошибся. Панова он видел. По времени все сходится. Спасибо за отчет. Молодец. В генпрокуратуре вам надо быть в 12. С вами поедем. Меня на такие важные совещания не зовут. Я же даже не мужчина, как вы говорите. И все с вами согласны. Мама, привет. Я в Москву улетел. Да сейчас, подожди ты, подожди. Обожди, не перебивай ты меня, мама. Ну ты сейчас к Маринке иди, побудь с ней. Покорми ее там. Да, да. Ночью я вернусь. Мама, пожалуйста, мне работать надо. Прошу тебя, иди к Марине. Давай. Заходите. А вот товарищ Боков, следователь по особо важным делам прокуратуры РСФСР. Присаживайтесь. Ждем от вас доклад, как идет расследование. В ходе следственно-розыскных мероприятий было установлено, что Андрей Панов, 13 лет, поехал на велосипеде через лес на рыбалку. Его сначала убийца задушил, потом зарезал, после чего собрал все вещи и одежду мальчика и сжег. Сам исчез по реке. Отпечатков пальцев нет, из улик биологические материалы во рту мальчика. След от ботинка и обгоревшая порнографическая карточка. Козырев, следователь по особо важным делам прокуратуры СССР. Давайте сразу к выводам. Это ростовский маньяк? За этот вопрос могу вам точно сказать, что это не он. Наш мучает живых, а этот пытал уже мертвого ребенка. Опять же, наш всегда насилует своих жертв. Здесь никаких признаков насилия не выявлено. Характер порезов выдает совершенно другую руку, это совершенно другой почерк. И раз уж это, так сказать, не наш ростовский гастролер, могу ли я вернуться в Ростов и приступить к своим обязанностям там? Материалы дела готов передать кому-нибудь прямо сейчас. Я так понял, основной подозреваемый сейчас отец мальчика, так? Нет, у отца алиби, а у меня чуйка. Она говорит мне, что это точно не он. Алиби может быть частью сговора. Отец, надеюсь, арестован. Отца я отпустил. Я же ему только что сказал, что это не он. А я бы его задержал и все предусмотренные законом процедуры провел. Ему с женой надо быть. Сын им хоронить. Я вам третий раз сейчас повторяю, что отец не виноват в смерти своего сына. А если это серийник? Если в лапы этого удава попадется хотя бы еще один ребенок, виноваты будем мы. С тебя, Боков, ответственность я снимать не готов. Ты вон за сутки сделал все, что они б мне своими
процедурами месяц вала тянули. Но в Ростов ты не поедешь. Пока здесь дело не двинется. Но и ты мне тут не барагось. Уже звонили, жаловались. Вчера на даче шумел, дорогу перекрыл. Так что вот тебе помощь, товарищ Козырев. Он все про наши законы и правила знает. И умный. Будете вместе работать. Прокуратура СССР и РСФСР объединятся и дадут результат на благо нашей Родины. Идите ищите, найдете, приходите. И у тебя, Козырев, между прочим, сын-ровесник убитого. Подумай своей головой, в каком мире он будет жить, если вы будете плохо работать. Свободны. Товарищ генпрокурор, я сказал, свободны. Ого, бананы выбросили. Давай постоим, я домой возьму. Нахера, они же зеленые. На антресоли положите и дозреют. В них, между прочим, источник эндорфинов, гормонов счастья. Да? Хорошо тебе живется, раз ты от бананов счастливым становишься. Слушай, может, это все-таки ростовский? Я вчера поднял архивы, но нет в Союзе похожих убийств за последнее время. Я запросил списки пассажиров всех рейсов с Ростова. Может, там кто-то мысленно ведет. Ты меня арестуй. Я как раз этот пассажир прилетел только что. Ну, и будет все прям как ты любишь. Опись, протокол. 10 часов со мной проводишься. Я тебе во всем признаюсь, лишь бы только не слышать тебя больше никогда. Ты позже прилетел, я уточнил. Как тебе Москва? Первый раз? Первый раз я вижу, что пацану мошонку вырезали и в глотку запихали. Первый раз. А Москву вашу я 100 раз видел. Еще 100 раз не видел бы. У нас сейчас так стало, за последние пару лет. А так, в основном, порядок и закон. Особенно при Андропове. Бананы при Андропове спелыми были? Или не портились на антресолях? Самый скоропорчащий товар, Женя, это люди. А бананы нормально лежат и не портятся при любой власти. Хорош, вот и нудный, а. Откопаем Брежнева. Будем пить по-прежнему. А вы слушали позавчера «Голос Америки»? Там про Рублевку рассказывали. Убийство ребенка и полный правовой беспредел. Вот и вошли в историю. Ты б, Геннадий, взял и сделал репортаж со всеми обстоятельствами. О, да. Чтоб меня из Союза поперли. Из советского-то, да с удовольствием. Союза журналистов. Меня окружают пустые, глупые, ужасные люди. Они ничего не делают, а над всеми смеются. Алло. Привет. Прости, пожалуйста, но я немного задержусь. Видишь, как дали понять, что я не справляюсь. Какого-то напарника мне из СССР еще назначили. А он вроде, знаешь, как нормальный мужик, а вроде мудак какой-то. Женя, то мама. Что-то Марина в больницу захотела. Ты только не волнуйся, я ее отвезла. Работай сколько надо. Я за всем присмотрю. Вон уже... Обожди, обожди, мама. Как, в какую больницу? Центральная больница. Ну-ка, телефон врача дай мне. Сейчас, обожди. Давай. 863-443-1980. Все, мама, перезвоню.
Здравствуйте. Здравствуйте. Так, а с тобой что случилось? Упал, товарищ прокурор. Что-то они у вас часто падают. Еще кто-то упадет, напишу рапорт. Здравствуйте. Здрасте. Козырев, прокуратура СССР. Наталья Добровольская, очень приятно. Кофе сделать вам? Нет, спасибо. Ко-ко-ко-козырев, ко-ко-ко-кофе. Вы еще раз опоздаете, я вас выгоню. На месте преступления обнаружен след, обгоревшая фотокарточка. Каждую надо подробно проработать. А у Панова дома я нашла ручку с обнаженной девушкой и открытку с китаянкой. Не порнография, конечно, но она там тоже голая. И у Панова-старшего в автобусе ГДРовская переводилка и открытка. А вы что, продолжаете его подозревать, что ли, я не понял? Вы что, глупые втроем? Надо просто поговорить с Пановым-старшим, узнать, может, это его обгоревшая фотокарточка, и все. Считайте, улику можно закрывать. Валер, займись этим. Думаю, надо еще всех освободившихся за последние 10 лет проверить. То есть ты ни хера делать не собираешься, кроме как бумажки считать, да? Почему? На районе их не так много. Установим алиби, сверим след. Занимайся, занимайся. Так, а мне что делать, товарищ начальник? А тебя нам вообще зачем дали, сама-то понимаешь? Ну, я здесь все знаю, и людей, и местность. Справочная, что ли? Давай поподробнее тогда. Какие дела уже раскрыла? Или, может, какие-то идеи есть новые? Домой иди, отдыхай. Хорошо. Если я вас так раздражаю, могу работать из дома. И зачем-то? Чтоб ты рапорт написал. Я в Ростов уехал. Что со следом? Есть что-то? Нет. А чего вы сидите тогда? Идите к экспертам, спросите. Алло, это муж Марины Боковой. Мне с врачом ее поговорить надо. Алло, девушка, послушайте, я вам по межгороду звоню, из Москвы. С врачом свяжите, пожалуйста. А когда операция кончится? Да, я устроилась на работу. Нет, я не веду аморальный образ жизни. Можно меня же в покое оставить? Я не с проверкой, Светлана. Мне помощь твоя нужна. Ладно, не Светлана. Она тоже просила помочь. А вы мое дело передали в суд. И запросила минимальный срок, позволь тебе напомнить. Все вообще условкой тогда закончилось. Другой прокурор бы тебя год на 3 отправил. Так что давай, не передергивай, Светлана. И прежде чем ты скажешь, что, конечно, ничего не знаешь, я объясню. Эта фотография может быть как-то связана с убийством ребенка. Никто из наших не станет убивать. Может, вы считаете, что порнография — это преступление, но у нас убийц нет. Давай-ка взгляни. Может быть, есть идеи, кто на фотографии? Тут лица не видно. Что я скажу? Кто-то убил ребенка, отрезал ему член и кончил в рот. И эта фотография — единственная наша улика. Так что давай-ка ты сейчас соберешься, посмотришь еще разок внимательно. Может быть, узнаешь, обои или стул покажется знакомым. Ну вот, венгерская розетка. С лампочкой, я такой раз в жизни видела, в одном месте. И там вроде бы на вас работает фотограф. Ходят такие слухи. Давай адрес пиши. Отлично. Ой, стой!
стойте! Возьмите, пожалуйста, когда я нервничаю, я могу съесть целую коробку. Пожалуйста, берите. Стойте, одну возьму. Травануть меня решила? Идите, идите. Панов категорически отрицает, что это обгоревшая фотография его. А уж сына смотрел? Уверен, что ничего такого не могло быть. Он сигареты искал, перетряхивал все вещи. Говорит, увидел бы. А он как себя чувствует? Нормально. Ну, врач сказал, на следующей неделе выпишут. У него был этот... реактивный психоз какой-то, что ли. Ну, а сейчас он, как сказать, скорбит, что ли. Всем здравствуйте. Что это за детсад? Спасибо. Жалко, совочек у меня нет. Поигрались бы в песочнице все. У меня есть адрес студии, где была сделана фотокарточка. Ты там фотографировала, что ли, за конфетки? Я бы предпочла не раскрывать свои источники. Будешь? Пожалуйста. Кто там? Сосед снизу, течет его. Прокуратура работает. На местах остаемся все. Руки, руки покажи. Не имеете права. Вы что, это личная фотосъемка. С каких пор государство подсматривает за нами в спальне? Если он не подсматривает, тогда осматривает. Понятых, позовите. Можно мне позвонить? Да, я не тот, за кого вы меня принимаете. Так, позвонить нельзя. Сейчас придут понятые, и мы по закону выясним, кто и кем здесь кому является. Документы предъявите. И вы документы. Ты что такое? Постарше найти не мог? Детей-то не особо хотелось бы просвещать. Не было. Так, ну вы тут смотрите все, смотрите, описывайте. Мы пока с товарищем пойдем в соседнюю комнату переговорим. Пойдемте на кухню, я кофе сделаю. Чай есть? Есть. Пошли. Девочки, пока одевайтесь. Фамилия как? Прилепин. Я готов к сотрудничеству. Я и коллегам вашим помогаю. Если нужно кому-то девочку подложить и сфотографировать, то это ко мне сразу. Слышь, ты только лишнего с Мариной наговори. А то у тебя уже одна статья есть, 228, изготовление и распространение порнографических материалов. До 3 лет дают. В курсе? Или штраф 100 рублей. Это уже от вас зависит. Это что такое? Это... ваше произведение. Вы что, это произведение искусства Нормана Паркинсона? Слушай, Прилепин, я тебя сейчас Паркинсона сделаю такого, руки дрожать точно будут. Усёк? Эта фотография проходит по тяжкому преступлению, так что можем рассмотреть вплоть до высшей меры. Что? Ты чё? Не дыши, ты чё не дыши? Твою мать, у вас что, аллергия на корицу, что ли? Похоже на отек квинки. Лейтенант! Скорую вызови! До скорой можешь не дотянуть, он синий, смотри. Дыши, дыши, дыши! Ну и нахера я его спас? Он же специально эту суету навел, что КБшники его отмазали. Мразота. Я, если честно, потрясен. Профессиональная трахеотомия. Ага. Я, кстати, пока его резал, думал, что если будет следующий ребенок, то ему горло перережут еще живому, без всякого удушения. Вам пациент передал. Такие фотографии продаются в каждой школе. Ну, надо же было улику обработать. Теперь... зато точно тупик. Я дома. Замерз? Встал? Колючий какой. Как дела? Долго ты еще будешь ездить в свою правительственную деревню? Так ведь сил никаких не хватит. Дали бы они тебе там дачу.
Мы бы лето как нормальные люди провели. Привет, как дела? Я к тебе разговор серьезный. Про политическую ситуацию в стране? Ты довольно уже взрослый человек. У тебя наверняка от меня есть секрет. Я так начну издалека, ничего. Я так понимаю, разговор будет долгим. Может, поедим сначала и за ужином поговорим? А то когда ты голодный и злой. Ты знаешь, кто такой Норман Паркинсон? Нет, кто это? Рок-музыкант? Президент Анголы? Ну или на крайняк? Враг социализма? У тебя есть порнографические открытки? Вот что тебе от меня надо? Арестовать хочешь? Чё ты до меня докопался? Я есть хочу. Все. Врёшь, я же вижу, ты врёшь. Ну да, ты же у нас профессионал. Слушай, я даже не спрашиваю, где ты их взял. Просто скажи, они сейчас у всех подростков есть. Я ни стукача никого сдавать не буду, ясно? Хорошо. Валер, Валер, ты что делаешь? Сейчас, подожди, у меня руки мыть. Валера, успокойся! Ты не на работе и не в тюрьме, а дома. Или как тебе понять, не отставить, Валера? Ира, успокойся, я тебе сказала. Успокойся. Да вот они, вот, все, успокойся! Они вообще везде продаются, в школе, в электричках. Все, успокоился! Ты, Валер, такой злой из-за дня рождения или просто потому, что с ума сошел? Спасибо. В общем, Наталья Владимировна, спасибо большое за порно-студию, но только она нам никак не помогла. Почему же? Мне почти помогла в Ростов уехать. На меня этот шмаровоз жалобу подал, что ему голову чуть не отрезал. Это раз. И два. Показалось, что у нас улик нет. Знаешь, Жень, я вообще считаю, что ты зря к людям цепляешься. Надо как-то вместе работать, доверять друг другу. Да? А как я могу доверять, если мы с тобой даже не пили вместе? Если только в этом дело. У меня вообще день рождения сегодня. Поехали ко мне, выпьем. О, поехали. Может, у меня тоже будет шанс на доверие. Вряд ли. Но именинник вроде на всех поставляется. Поехали. Лампочка погасла. Ну ничего, проходите. Не надо, только не разувайтесь. Проходите, проходите. Уехали к маме. Да я вчера на взводе нагрубил Лизе. И решили нами прикрыться? Удобно. День рождения. Поедешь к ним? Так, не-не-не, сейчас я рюмки возьму. Наталья Владимировна, вы посмотрите там что-нибудь в холодильнике? Да. К столу. Ой, я даже не знаю, это все можно брать? Конечно. А «Черный принц» там есть? Мне Лиза всегда на день рождения делает. Нет. Значит, сильно обидел. Ну ничего, она у меня вообще отходчивая.
Ну что? Валерка, будь здоров. Не против? А, ложку. Я думаю, это она из-за Галеи уехала. В прошлый раз, когда Галея приблизил комет, настоящее помешательство с людьми произошло. В 989-м эпидемия чумы случилась, а в 684-м три месяца непрерывные ливни, 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 а потом неурожай, голод, смерть. Веселый у вас день рождения, Валерий. Не, ну, правда, мне кажется, это интересно. Смотрите, каждые 70 лет комет, и ровно в этот период начинается настоящий ад на Земле. Да, Аня, сейчас повеселимся. Мудочка есть какая-нибудь? Да. Так, ну что, вы прекрасных дам. Наталья Владимировна, давайте. С именинником на бурдершоп. Ой, ну давайте. Ласкающие звезды, я вижу тебя на небе. Здрасте. Здрасте. Это же просто шутка. Все очень вкусно. Отойдите от сцепления, вам туда нельзя! Он только-только входит во вкус. Он сам не знает, как ему действовать. Не вздумай туда идти одна. Я вспомнила, как Андрей этого мужика звал. Фишер. Руки за голову! Сейчас самое время признаться. Он погонится за мной. Я буду громко кричать и упекать, и его поймают.